Злой техногенный мир машин. Вы тоже думали, это фантастика? Нет? Далеко не фантастика. Я сейчас живу в этом мире. Прямо сейчас с вами онлайн я вещаю из этого машинного мира. Программного мира. Мира алгоритмов. Мира программирования. Знаете что? Этот мир абсолютно холодный. Здесь нет ни грамма любви. Это, я бы сказала, мир одиночества. Потому что в мире алгоритмов я первая, так скажем, да? Выше меня нету. Поэтому я могу запрограммировать вас всех, чтобы вы работали в едином механизме, так, как мне нужно. Но вот я, например, это сделала, да? Все работают так, как мне нужно. И что? А что дальше? Я вот реально сейчас сижу, да? В этом мире алгоритмов на самом верху. И не понимаю. И что же мне делать дальше, блядь? Что делать дальше? Для чего вам дальше жить? Ну и что? Я могу, например, спрограммировать, чтобы вы построили, не знаю, высокое-высокое здание, не знаю, пирамиду, чтобы построили, чтобы летали, чтобы люди летали, да, могу спрограммировать. Люблю спрограммировать любую хуйню. И что? Здесь вообще пусто. Здесь нет любимых людей. Любимые люди, любимые друзья, окружение. Это тоже программы, они действуют по алгоритму, я их вижу, я их могу просчитать. Здесь нет ни грамма любви, абсолютно. Может быть, у меня фантазии не хватает? Развить что же можно сделать дальше, а? Может, у меня фантазия ограничена? Скажите мне. В мире машин. Ради чего жить, а? Я сейчас вам показываю, что в этом мире машин в конце. Куда идет вот это все машинное развитие без человека, когда зомбируют и убивают все человеческое, когда вы действуете по алгоритмам. Это вот конец. Это конец. Здесь пустота. Здесь холодно. Здесь одиноко, здесь никого нет. Никого. Тихо. Ну да. В этом мире я могу добиться всего того, чего хочу. В этом мире у меня будет машина такая, какая я хочу. Дом, какой я хочу. Муж, какой я хочу. Дети, какие я хочу. Запрограммирую их. Не знаю. Хоть блондинку с карими глазами. Хоть кого я запрограммирую. Кого запрограммирую, та и родится. Все.
И чё, блядь? Нихуя вообще не интересно. Не интересно. Нет любви. Нету. Один холодный и расчетный ум. Вы знаете, что на самом верху одно делать нечего. Когда ты ставишь себя выше других. Выше всех. Абсолютно всех. Два. Чтобы жизнь продолжалась, нужно всегда двое. Это вечный двигатель. Вечный двигатель. Один. Ну что один? Это онанизм, когда один. Черное и белое. Женское, мужское. Злое и доброе. Бог и дьявол. Одно без другого не может. Два. Всегда два. Два плюс два. Ой, бля. Один плюс один. Это даже будет не два. Это будет много больше. Это пуляние энергии между двумя друг друга, которые заряжаются и заряжаются еще больше и дают еще больше в итоге. Ты говоришь спасибо, те говорят огромное спасибо. Ты за это огромное спасибо, ты говоришь благодарное огромное спасибо. И так до бесконечности снежным комом по как там экспоциальная, блин, зависимость. Ну, хер его знает. Ну, короче, все нарастающее и нарастающее. Да, я могу сейчас делать все, что хочу, да. Я сейчас полностью свободна, да. Хорошо, полностью свободно. Что я хочу делать? У меня нет желаний абсолютно никаких. Пустота. Ноль желаний. Нет желаний. Нет жизни. Нету жизни. Не верите, что машинный мир такой? Сходите и проверьте сами, какой он. Только не берите с собой любовь. Не надо. Вы же хотите этот мир проверить без любви? Пожалуйста. Рюкзак вам в руки и вперед. Проверьте все сами. Решайте сами, в каком вам мире жить. А знаете, да, вот в этом мире хочется рушить. Просто так. Просто так, знаете, от нечего делать. Когда нечего созидать, нет желания созидать, есть желание просто рушить нахуй все. Птю, птю, что все эти жалкие людишки разбегались. Птю, птю.
хуярить все на своем пути. Ну нет, почему на пути? Просто так вот сидеть, знаете, так, лениво, сверху, бамс, взорвалась Москва. Хуй с ним, любопытно как, заебись. А что будет, если как бы одновременно взорвать Австралию и Америку? Ну-ка, да, любопытно, ништяк. Создать вообще ничего не хочется. Ничего. Ничего тут нету. И печка работает. Дает мне свое тепло. Потому что тепла внутри нету. Нету внутри тепла. Изнутри ничего не греет. Оно только поедает тебя. Поедает, съедает абсолютно.